Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики совместно с Национальным телевидением Чувашии представляет проект «Один день с профессионалом». Вместе со школьниками выбираем будущую профессию. На этот раз профессию тракториста-машиниста. Наши помощники – преподаватели и студенты Ядринского агротехнического техникума. Программу «Один день с профессионалом» смотрите на Национальном телевидении Чувашии 18 июня в 20:30.